Ух ты! Ничего себе ты родилась! Ты видал, в углу заспавнилась? Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Телькопла, я Наташа. Сегодня мы с вами играем в Granny Chapter 2. Пытаемся снова сыграть в эту игру на экстриме с деткой и бабкой. Я надеюсь, что у меня получится спустя долгое время поиграть в экстрим, потому что я очень давно не играла. Когда-то я прям на изи все это проходила, но теперь я не уверена. Решила начать со второй части, потом попробуем третью с вами часть. Быть может, у меня получится. Быть может, королева экстрима все еще во мне жива, и все у меня получится. Поэтому поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на каналчик, а мы с вами начинаем. Еще можете поделиться, кстати, с видео со своими друзьями. Что ж, поехали. Так, сейчас уберу тут пушок всякий. Скипаем интро. Конечно, хочется уже Granny 4. Надоело вот этим вот довольствоваться вот этим вот, скажем так, ошметками, остатками. Хочется какого-то движения, хочется чего-то новенького. Блин, я так давно не играла во вторую Granny, что я реально уже забыла все, что тут нужно делать. Ну что ж, здравствуйте, берем фонарик. Здесь достаточно темно, здесь нельзя тупить. Единственное, что я помню из тех моментов, это то, что нужно очень быстро, очень прям максимально быстро засунуть свою сраку вот сюда и ждать, пока бабка пройдет, и дед, соответственно, чтобы у тебя была возможность пойти в их спальню, полутать их спальню. Видишь, что-то-то я там помню. Сюда я, по-моему, слишком быстро что-то сделала. А, нет, вот она. Ох ты, посмотри, она решила зайти сюда. Удивительно, что она не видит свет моего фонарика. Да? Женщина-загадка. О! Дед показал голос. Дед решил потанцевать. Там тара-тара-тара, Granny's house. Видишь, какой? Какой у нас дед? Так, давайте я потик с лица вот так вот подотру, чтобы он мне не мешал. Ждем тогда сейчас деда. Бабка сейчас идет куда-то там на свои первые этажи. А вот, нужно дождаться деда. Деда! Деда! Может, он пошел вниз? Деда! Опа! А я хотела выходить. Хорошо, что я не вышла. На экстриме мы с вами знаем, что нельзя торопиться. А поспешишь, здесь сдохнешь. Поэтому здесь нужно жестко вписываться в тайминги, не тупить, не лажать. Хорошо, бабка побежала. Ладно, пойдем. Да ёб твою мать! Он снова пришел слушать музыку. Куда пойдет теперь дед? Понимаешь, я из-за этого деда не могу никуда пойти в другое место, потому что я не понимаю, он пойдет сейчас в свои вот эти вот комнаты с видеокамерами или он пойдет вниз? А это уже тут. Кошелка. Слушай, дед что-то сегодня в ту сторону не ходит. Мне долго сидеть под кроватью? Слушай, года идут, а ничего не меняется, да? Мы как сидели под кроватью, так под кроватью сидим. Прекрасное убежище. Главное, чтобы дед с бабкой не начали здесь внуков новых делать. А то будет тогда не очень. У меня сейчас очень подвешенное состояние, вы понимаете? Где дед? Может, дед пошел спать? Слушай, если дед пошел спать, то у меня есть шанс. Так, ладно, пойдем. Закрываем дверь. Что, типа, тут никого нет? Бабку. Все, она пошла туда отвлекаться. Хорошо. Не знаю, нужен ли нам сейчас с вами будет здесь проход. Под кровать. Под кровать. Я сидела под кроватью и жалела, и хотела. Слушай, я думаю, что все-таки мы, наверное, откроем проход. Хотя, блин, если я сейчас открою проход, у меня будет проблема. Поэтому проход лучше на экстриме не открывать. Потому что если кто-то на вас выйдет, вы уже не убежите. Ой, бляха, ты... А где она стоит? Я же ее смотрела, ее там не было. Или была? Ее же не было. Ля, прикол. Вот и пообщались. По голове получили? Получили. Вот так вот. Чтобы это... Помнила, где твое место, поняла? А то тут это развыпендривалась Тилька такая. Ой, я сейчас это... А, тут же есть лайфхак, господа. Смотри. Раз. Два. Вроде бы они там. Мы с тобой лайфхакеры. Потому что мы с тобой знаем, как проходить эту игру. А бабка не знает, как проходить эту игру. А? Я давно приметила здесь вообще-то кусачки.
Поэтому мы сейчас их применим, эти кусачки. Видишь, какие мы с тобой молодцы? Шарим, несмотря ни на что. Видишь, мы все с тобой умеем. О, пришла. Здравствуйте, мой северный гусь. Я вас за жопу кусь. Пока что мне все, в принципе, более-менее под контролем, но не прям скажу, что все идеально, но в целом неплохо. Могло бы быть и хуже. А мне сейчас надо скинуть картину, перекусить и вот эти вот кусачки скинуть ближе к дедовой берлоге. Это тот еще челлендж, конечно. Особенно на экстриме, особенно, что я не знаю, где дед. Кузнечик особо кушать не просит, поэтому у меня проблема на проблеме. Ну ладно, давайте, кто не рискует, тот не пьет. Одет спа... Садись! Успела! 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 Вот это повезло! Я думала, сейчас она мне в спину такая хрясь по голове и все. Фу-ху! У-ху! Дед спал, оказывается. Дед что-то сегодня нам везет. Дед сегодня спит. Что ж, я сделала первый перекусь. Это хорошо. Значит, дед у нас пошел заниматься своими интересными делами. Да, он пошел открывать свою комнату с игрушками. Не надо! Ты же пошел играться с игрушками! В смысле? Ты посмотри, что делает падла сутула, ты видел? Он пытался меня обмануть, у него почти получилось, между прочим. Угу. Сейчас бы я вышла. Короче, у меня из одной затычки в другую затычку сижу. Я никак не могу решиться. Ладно, пойдем. Поднимайся, поднимайся, поднимайся! Вот это повезло! Вот это повезло! Ха-а-а! Повезло! Повезло, 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 навезло! Вот это повезло! Вот это повезло! Вот это я, конечно, сейчас это, ребята... Вот это повезло. Ты представляешь, как Тильке сейчас повезло? Или вообще не понимаешь, насколько Тилечке сейчас повезло? А бабка же не умеет входить в эту дверь. Только же дед умеет в нее входить, правильно? Ну, по идее, когда? Бабка! Ты где? Бабка! Папка, я тебя не вижу. Капец, повезло. Слушай, о, повезло. Как какашка. Там дед. Там был дед, ты видел только что. Там был только что дед. Лохматый. Капец. Оу, ноу. Оу, ноу. О, нет. Папка, не приходи сюда, пожалуйста. Не приходи сюда, пожалуйста, не надо. Я тут просто сижу, пережу. Ничего не делаю, бабка, не надо. Ё-моё. Я обречена. Пожить, пожить. Мы ничего не сделали, чтобы сбежать. У нас есть только ручка. Нам нужен вентиль, по идее. И ломик. И тогда, в теории, мы можем сбежать из этого проклятого дома. Я бы не убежала. Я думала, там никого нет. День 3. Да, это жестко. Но сейчас тогда с вами сработаем снова в игру под названием «Я щелкаю». Раз. И два. Так, вроде бы они там. Я не успею.
делать? Что мне делать? Все очень плохо. Все очень плохо. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Я ничего не сделал, это отстой. Я боюсь отсюда выходить, понимаешь? Блин, ну там бабка и там детка. Я от них даже не убегу на экстрим, ты понимаешь? Ага. Как думаете, заметила? Мне кажется, не заметила. Закрыта лавочка! Дома никого нету! Я в гардеробе! Ух, ребят. Пока живем. Прикиньте. Чудом каким-то лохматым. Свечка. Здорово. Я так хотела свечку, нет. Я на всякий случай посижу, если она дверь откроет. Вот это да, конечно, на экстриме спустя долгое время играть. Это тот еще экспириенс. Но видишь, руки помнят, руки делают, поэтому не все прям потеряно. Мы с вами молодцы. Неплохо держимся. Ну что, давайте попробуем взять тогда свечку. Или, может быть, ставить ручку. Блин, да я даже не знаю, как лучше сделать, если честно. О май гад. А тут нихера нет. Сруль. Тут есть сруль. Я обосралась. Так, похрен. Похрен. Бежим. Похрен. Я в домике ничего не знаю. Отстаньте от меня. Меня здесь нет. Я использую каждую нычку, каждую возможность. Пожить, пожить. Но это капец, это фиаско. Нам надо найти какое-нибудь ружье, чтобы как-то что-то пытаться защищаться, отбиваться, потому что без этого это прям, это очень, очень тяжело. Я не знаю, как выживать в этом страшном мире. Очень страшно, очень страшно. Она решила помыть посуду. Хозяюшка, что ли, получается? Я хозяюшка. Ой, а если у деда камера включится, он меня, наверное, увидит, да, в этом углу? Такой, типа, а что мы тут делаем? Что, ты недоказанный, что ли, стоим? Бабка все еще моет? Не, не хочу выходить, пока она моет. Ну ее нахрен. Так, ну слушай. Пока что... Окей. Пока что все под контролем, но я думаю, что ненадолго. Всё под контролем, конечно же. Надо дождаться, пока бабка уйдет. Очень постоянно приходится ждать, чтобы как-то что-то там. Но мы с вами имеем прогресс. Мы с вами почти открыли входную дверь. Нужно найти сраный ломик и крутилку. О! А где у нас дед? Ага. Сто процентов на кухне лежит это говно, ломик-то этот. Ну или в подвале, я не знаю. Ребята, у меня проблемы. Капец. Да, это жестко. Сидит она там такая, стоит. Да что ты меня займи, серьезно, что ли? Мне нужно вот здесь посмотреть, что тут лежит. Может быть, тут лежит какой-нибудь ключик? Ну, бабке маникюр вообще нормально отрастила себе патлы. Жопу чесать удобно. Баребухи сетовать. Соскрябывать. Так, ты там куда уперла? Так, ну ладно, ребят. Ага. Соснула? А там ничего нет. Смотрите, у меня появился шанс.
Бабка сейчас побежит к кузнечику. Давай, давай. Где? Пойдет. Бежим. Бежим. Очко в жопе жим-жим. Бежим. Бежим. Блин, я не знаю. Ну, давай. За... Прячься! Ты что делаешь? Ты меня сейчас доведешь! Угу, господа, господа! У нас есть шокер. У нас есть шокер. Появилась надежда, что я смогу пройти экстрим спустя долгое время. Надежда! Мой компас земной, Вера, Надежда, Игнат и Марат. Ух, какое напряжение, да? Напряжение на перделе, реально на перделе. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Нам реально в этой серии очень с вами везет, потому что дед все время спит. И это просто великолепная новость, потому что когда дед не спит, это проблема. Так. Хорошо. Господа. Ну что? Дед, не входи. Пятнадцать секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Не, ну 15 секунд, это вообще, это незаконно. Это незаконно 15 секунд. Почему? А-а-а! Там же, по-моему, какой-то еще замок надо потеребить. Ёшкин матрёшкин, я и забыла. Смотри, а я вставила. И что ты сделаешь? Ну, смотрите, я думаю, что 15 секунд уже прошли. Поэтому сейчас я кое-что проверю. Дорлокер. Слушай, ну давай ва-банк сделаем. Надеюсь, они туда вдвоем забегут. Напряжение на перделе. Так. Давайте. Кто-нибудь ко мне. Сюда. Ой, ты резко выскочила. Тихо. Я сделала все на самом деле специально. Я специально оставила шокер там, чтобы я сейчас могла за ним очень быстро вернуться. Оп. Многоходовочка получается, понял? Ля кринж. Бабка, ты вернулась? Вон она бежит, ты посмотри. Моя штука, пошел нахер, просто иди в очко. Очкозавр ты недоделанный. Я пошел отсюда. Поднимайся быстрее. Фух. Ребята, если у нас сейчас с вами вот здесь будет то самое, то необходимое, то мы с вами поживем. Бляха, ключ от хеликоптера. Ёпта мать, моя жопа срака и какака. Я хотела это, сбежать отсюда, а не умереть здесь. Я не буду сбегать на вертолете. Блин, ну...
Это кринж. Это реально кринж. И что? Что мне делать? Ладно, похер. Итак. С какой стороны она бежит? Так. Где дед? Ага. Смотри, бляха, ну это писец. 15 секунд. 15, Карл. Как выглядит безысходность? Безысходность выглядит как-то так. 15 секунд, ты представляешь? 15 секунд. За эти 15 секунд я даже попу не успею подтереть. Мне надо, короче, сейчас это, опустить штуку. Смотри, у меня такой план. Я опускаю штуку, выношу кузнечика, выношу бабку, выношу детку. Вообще бы в идеале бы сначала вынести бабку, потом вынести кузнечика, а потом вынести деда. Или наоборот, сначала деда, бабку, и потом, чтобы они там вдвоем ко мне не забежали, понимаешь, что будет ГГВП. Она, по-моему, на втором этаже. Спасибо! Спасибо! Спасибо за юж! Вот вы старые клянчащие пердуны. Обманули меня, это четвертая жизнь. У нас еще есть шанс, на самом деле, убежать. Просто вопрос, насколько я не простру этот шанс. Смотри, значит, сейчас сделаем вот так. Сейчас сделаем с тобой вот так. И раз. И два. Посидите там. Подумайте над своим поведением. У меня уже все в крови. О, ребята, конечно, мои полномочия потихоньку все. А бабка пойдет этот звук проверять? Давай, бабка. Иди сюда, бабка! Дед! Кузнечик! Кузнечик! Дед! Дед! Иди сюда! Быстрее! Все! Бабка! Все? И не убила бабку, да? Ну, зато я вынесла кузнечика. Отомстила! Отомстила тебе! Анума, анума, е! Анума! Так, предлагаю играть в такую игру. Берем шокер, выстрел, убили, взяли эту, кинули, кинули. Вот так вот, короче, перекидочками будем играть. Как думаете, она ушла? Страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Она уже родилась. Бабка, не ври, я знаю, что ты родилась. Где дед? Давай, деда! Давай, деда! У-ху! Дед! Дед!
Ага. Полежи. Где дед? Ладно, похер, дед глухой. Вот это я сейчас устраиваю здесь этот событие, блин. Капец, как страшно. Я надеюсь, что вот здесь сейчас будет лежать ключ, который мне так необходим, потому что если я сейчас найду ключ, то я отсюда сваливаю. Ты придешь сегодня в конце концов сюда или нет? Иди сюда, женщина-загадка. А еще быстрее можно было сюда валить? Или нет? В конвульсиях она бьется здесь. Полежи. Отдохни. Говорят, нужно спать после определенного возраста, зато вместе. Ну-ка, вепонки. Так, я вас понял. Я вас понял. Так, берем ключ. Так, дед бежит. Ага. Ух ты! Ничего себе ты родилась! Ты видал, в углу заспавнилась? Кринж. Фига у тебя раздражение на ноге. Короче, похер. Ребят, ва-банк! Вот это ва-банк! Вот это ва-банк! Вот это я понимаю, ва-банк, а? Последний день! Вот это плы... Это был ва-банк! Я думала, я... Ты по-пипец! Да пипец! Гренни! Ты охерела! Так, и... Раз... И два. Там кузнечик жив. Сидите там. Чтоб я вас... На этом мои полномочия все. Но я старалась. У меня почти получилось пройти экстрим. Ну ты видел. Я думаю, что с вами попробуем как-нибудь еще раз. Поддерживайте меня лайком. Это было очень смешное, глупое видео. Мы прям тут страдали. Ва-банк у нас, к сожалению, не получился, но такое тоже случается. Люблю вас безумно. До новых встреч. Пока.